Всем привет, ребята! Даст Бог, меня будет слышно. Мы находимся на кей-поп мероприятии. Я вам буду показывать, что произойдет сегодня. Сейчас покажу вам, что здесь творится. Это наше Женя второе мероприятие за январь. Кей-поп. Первое видео я выложила на Бусти. Если вам интересно, можете перейти по ссылочке внизу. Я оставлю ее и посмотреть сам. Тебе больше всего понравилось на данный момент? Мне понравилось соло от такого дуба. Девушка была наканчивала. Ага. И мне понравилось. Понятно. Ваше впечатление. Что лучше, в нефтянике или здесь? Знаете, даже уже организация того, что здесь было как все рассказано и показано, что как будет, это уже было гораздо лучше, чем нефтяник. Согласна. И все бесплатно, типа. Реально, бесплатно это главное. Освободите место возле сцены, так как сам Random Dance будет проходить на сцене. Поэтому... Мы же не как эстеты, мы всегда только смотрим и наблюдаем. Также просим сразу не... Аня, ты пойдешь на Random Dance? Я не знаю, также во время проведения Random Dance вы можете сходить на пир. I cannot.
Первая часть было уже, получается, два блога с выступлениями и один рандом дэнс. Кстати, зацените мои клипы, сделал Женя. Все намного лучше, чем там, где мы были до этого. Это правда. Это правда. Но если вам интересно, что было до этого, обязательно подписывайтесь на Бусти. Да. Мы очень голодные. Прошло полтора часа. Два часа ели мы 3 часа назад. Чай, точнее, пили. Еще будет где-то час, да? Сколько времени? 6 часов, оно до полдевятого. Ой, до полдевятого, по-моему. Все, что будет дальше, покажу обязательно. Drop some money. Кстати, посмотрите, в каком мы классном месте. Ламповом, абсолютно. Еще тут есть фотозона, но мы еще не подходили к ней. Только что мне Аня сказала, что будут мужские группы, выступления с Санхайперами и Stray Kids. Ты ждешь, Женя? Я очень жду. И сейчас будет батл, как оказалось. Я смотрела программу, но я уже все забыла. Батл будет интересно. Там будет вроде заготовлено, и я надеюсь, будет импровизация лучше. Блин, кто-нибудь бы станцевал с Стэном Бёздой? Кого? С Стэном Бёздой бы кто-нибудь станцевал, согласись? Это, Мбао. Да, она нереалка. Я хочу найти. Кстати, если вы не хотите подписываться на Бусти, я часть выступлений с прошлого раза и с этого раза выставлю в телеграм-канале, ссылочка в описании будет. Что вы думаете о новой прическе Чону? Давайте поприветствуем нашего первого участника, Бао. Thank you.
Женя, как ты думаешь, кто пройдет следующий тур? Я надеюсь, что Бау пройдет. Еще мне понравилось. Мы продолжим с правилами. Девушка, которая Тена Бёрст танцевала. У нас я не должен что-то такая. Будут выходить по два человека. Мария. Соревноваться они будут друг против друга, но каждому. Девушка, она умеет работать там лицом, все такое. Наше мнение, но экспертное закончится. Аня, как думаешь, кто пройдет следующий тур? Бао, девочка, которая тоже фейвостамина танцевала, 100% пройдет. Ну вот эти вот два мои фаворита. Мы с тобой согласны. Барабанная дробь. Бао. Маря. Зелея. И я замоком. Уверены? Хорошо. Тогда... Пожалуйста, еще раз танцуйте.
Закончилась зарядка на камере. Женя покинула нас где-то на половине. Хотя ладно, нет, где-то 80% прошло. Но все закончилось, там еще идет рандом дэнс. И будет еще это. Как его? Жюри выставит оценки. Кстати, зацените мой аутфит. Эту кофточку вы можете заказать на заказ. Напишите мне в телеге. Я вам дам контактики. Оцените. Мне кажется, 10 из 10 еще с этим макияжем. Надеюсь, вам понравилось видео. Мы устали, голодные, очень тяжело было, что нельзя там есть и пить. Всем пока. Обязательно подписывайтесь, кстати, на мой бусти. Да, все. Всем пока.